Но я что смотрю, когда на твои движения, я не хочу становиться фигуром. Опа. Везде мечи достал. А почему Руслан Суанов не приехал? И то, и то скажу. Эмоции одинаковые, да? Да. Чем ваша команда лучше? Так чем она лучше? Все, ну звонок прозвенел, ты еще не на воротах. Что за дела? Не знаю, вам опасно. Или футболисты все такие? Обязательно. Безответственные люди. Ну не то, что безответственные. У них на первом в голове только футбол. Ну да. И они слышат только свисток судьи, а не вот этот вот. Это так, скажи. Стереотипы, я скажу. Так футболисты умные парни. Так, сейчас будет мастер-класс, правильно я понимаю? Да. Твоя задача как футболиста, чтобы у ребенка возникло желание заняться футболом, правильно? Да. Чтобы росла молодежь. Но я что смотрю, когда на твои движения, я не хочу становиться футболистом. Подарок нет. Везде мечи достали. Казалось бы, там дедовщина, а здесь что может тебе? Да. Я тебя низом качу. Поймал к себе. Шел сюда. Следующее делай. Я ему так же качу, он идет сюда. Понятно, по очереди делали, там ставили. Я думаю, Леше надо поднапрячься. Научил вас игрой. Пускай первая победа в гостях. Гол забивает игрок под номером 11. Петчинов. Запомните, это главная звезда, это растет звезда. А я вас знаю, я ваш YouTube видео. Да ну! Да. Ну ты отдельно заслуживаешь внимания. А почему Руслан Суанов не приехал? Он приехал уже. А, сюда? Да. Ну не получилось. Семен Фичинов, ты занимаешься в футбольной школе «Лидер», правильно? Занимался. Твой тренер был, наверное, Простяков Александр Александрович. Нет? Нет. Давай передадим ему привет, потому что ты сегодня забил гол не кому-кому, а Динамо Ставрополь. Расскажи об этих эмоциях. Ты знал то, что сегодня придут динамовцы? Через... Это был сюрприз для тебя, да? Так, ты сегодня забил? Представься, как я забил? Не, я сегодня не забивал, я на воротах. Как я мог забыть, это гениальный вратарь, он сделал несколько хороших сейвов. Ты занимаешься футболом? Да, вот тут вот занимаюсь, вот. Ну, еще и во дворе у себя гоняю мяч. Угу. Вот, на воротах стою. То есть ты осознанно стал сегодня на воротах, потому что у тебя больше всего это получается? Да, у меня на воротах больше получается. Меня зовут Паша. Паша, а фамилия твоя? Мудренко. Запомните эту фамилию. Я вообще... С раннего детства играю в футбол, потому что мне очень...
это заметил. Понравилось. Так, а есть любимчики в футболе у тебя? Умир. Да. Давай, кто это? Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимович. Я думал, что-то банальное будет Месси или Роналдо. Все-таки Ибрагимович. А кто из динамовских? Есть игрок, который больше всего тебе нравится? Ты следишь за Динамо Ставрополь? Да, я на каждый матч прихожу. Опа, а есть любимый игрок? Или кто-то из этих ребят все-таки им является? Нет, его, к сожалению, сегодня здесь нету. А кто это? Руслан Суанов. Руслан Суанов. Чем он тебя впечатляет? Хороший нападающий, мощный? Или косичка его нравится, прическа? Да, он сам по себе очень крутой, красивый и очень хорошо играет. Эй, красава. Здесь уже пресс-конференция идет, нет? Да. Завтра они играют против Кубань Холдинг. Спроси, вы победите? Победите? Мяч круглый, поле ровное. Другого не ожидал. Ну, у вас есть все шансы. Конечно, брат. Динамо! Чтобы вы понимали, идет урок. Ух ты, надо было там. Ну ничего, ничего. Гол, гол, гол. Это моя любимая дело. Только одета. Да. В этом он лучше. Да, в этом здесь равно. Здесь равно. Значимый день для меня. Угу. Вот, я наконец-то увиделся с вратарем. Я хочу просто, это моя мечта, стать как профессиональным вратарем. Мне стоять на воротах прям по душе. А сегодня ты придешь домой из школы. Ты сегодня получил какую-либо хорошую оценку или плохую? Да. Какую оценку получил? 5. Что ты расскажешь родителям, чем поделишься? То, что ты сегодня видел футболистов Динамо Ставрополь или 5 получил? И то скажу. Эмоции одинаковые, да? Все, давай. Что, ну? Точнее, лучше, конечно, видеть игроков Динамо, чем получить. Ну, 5 тоже важна. Да, 5 важна. Все, давай. Занимайся футболом, ждем тебя в воротах Динамо Ставрополь. Самый лучший вопрос ответишь? Было парочку, понравилось, сколько у вас кубков мира. Uh-huh. И, блин, какой же еще? А, есть ли у вас золотая бутса? Ну, она у тебя впереди, я думаю. Ну, да. Там, например, запомнил такой вопрос, как ты первый раз твой трансфер. Я пока не понял, что это было интересно. Новый Нобелев Русамян, инсайдер растет. Видимо, да, трансфер. Почему Динамо Ставрополь лучше, чем другие клубы? Что-то такое было. Но он как-то, но он не... Нет. А, вот, да. Чем Динамо... Какой самый чем любимый? Ваша команда лучше? Так чем она лучше? Чем я лучше? Думаю, вот этим значком на груди. Все верно. Отсюда. 1-0.